Всемирную сеть буквально взорвали отрывки из последней презентации главы NVIDIA Дженсона Хуанга, где он рассказал о будущем планеты, искусственного интеллекта и революции, которая грядет сразу после этой конференции, на которой он презентовал новый чип. Дженсон Хуанг – это реинкарнация Стива Джобса, это он со своей компанией NVIDIA по сути создал новый рынок. Емкость нового рынка искусственного интеллекта уже более 100 триллионов долларов. А ИИ – это не только чат-боты, но и производство, инфраструктура и роботы. В этом видео вы узнаете самое главное из двухчасовой презентации, которая буквально перевернула этот мир. Для начала пару слов о Дженсоне Хуанге. Он стал известным после того, как в 2021 году в карантин представил вместо себя на презентации голограмму. Небольшая часть презентации была проведена цифровой копией Хуанга, из-за чего встал вопрос, а реален ли он на самом деле, или Дженсон – это искусственный интеллект по подобию Скайнет из фильма «Терминатор». Но Дженсон оказался реальным человеком, который выступил на нашумевшем ивенте. Его появление сразу вызвало фурор еще до того, как он начал говорить, вспышку интереса вызвала куртка Дженсона, сделанная из кожи ящерицы. Но настоящий бум в сети вызвали его тезисы. Хуанг начал с представления нового поколения микрочипов Blackwell, предназначенных в первую очередь для разработок в сфере искусственного интеллекта. Это самый мощный чип в мире. В NVIDIA отмечают, что платформа Blackwell, включающая сопутствующий софт, предназначена для сверхбыстрых вычислений, которые помогут осуществить прорывы в обработке больших объемов данных, инженерном моделировании, автоматизации проектирования электроники, разработке лекарств и квантовых вычислений. На протяжении 3 десятилетий мы стремились к ускоренным вычислениям с целью обеспечить такие революционные прорывы, как глубокое машинное обучение с искусственным интеллектом, сказал Хуанг. Генеративный ИИ – это определяющая технология нашего времени. Blackwell – это двигатель новой промышленной революции. Apple, Microsoft и Amazon также разрабатывают чипы с поддержкой искусственного интеллекта. Однако продукты основных конкурентов NVIDIA пока не могут сравниться по мощности и эффективности даже с чипом H100, выпущенным еще в 2022 году. H100 лежат в основе большинства существующих ИИ-приложений, а популярный чат-бот GPT был обучен с помощью 10 тысяч графических процессоров NVIDIA, установленных в суперкомпьютере Microsoft. Процессоры Blackwell в 4 раза быстрее предыдущего поколения обучают модели искусственного интеллекта, а также обеспечивают более высокую в 25 раз энергоэффективность. На конференции NVIDIA также анонсировала другие разработки в области искусственного интеллекта, включая платформу для обучения человекоподобных роботов. Роботы Orange и Green продемонстрировали свои навыки и способности, после чего Хуанг дал совет разработчикам приложений и айтишникам искать другую работу, так как в ближайшие несколько лет их заменит искусственный интеллект, а людская сила может пригодиться разве что в сельском хозяйстве. Компания заявила, что ее основные клиенты, включая Amazon, Google, Microsoft, Meta, Tesla и OpenAI, будут использовать новые чипы в сервисах облачных вычислений и для своих собственных разработок в сфере искусственного интеллекта. NVIDIA, основанная в Кремниевой долине в 1993 году, изначально была известна как производитель микрочипов для обработки графики, прежде всего в компьютерных играх, чем продолжает успешно заниматься и до сих пор. Однако Хуанг сделал ставку на искусственный интеллект, инвестировав в дополнительные функции для процессоров NVIDIA задолго до того, как эта технология стала широко популярной. В результате еще год назад капитализация NVIDIA перевалила за 1 триллион долларов, а в этом году за 2 триллиона. А уже в феврале 2024 года NVIDIA обошла Alphabet и вошла в тройку самых дорогих компаний США, уступая лишь Microsoft и Apple. Рынок признает NVIDIA королем искусственного интеллекта, а Дженсона Хуанга новым мессией, который превзойдет Илона Маска и Билла Гейтса, если не закончит так же рано, как Стив Джобс. Хотя Дженсон и выглядит бодро, но он на 9 лет старше Илона Маска и ему уже 61 год, но судя по всему его ничего не остановит, разве что не одна вещь. Буквально после презентации бизнесмен сделал совместное фото с Джейми Крамером, монстром финансовых рынков, причем это звание неоднозначно. Крамер самый популярный финансовый эксперт США, но имеет неоднозначную репутацию. Большинство его прогнозов сбываются с точностью до наоборот, а все его фото и хваленные отзывы обычно имеют разрушительные последствия. Многие называют его черным лебедем, а он в свою очередь назвал главу NVIDIA новым Да Винчи. Так совпало, что акции компании NVIDIA были в безудержном росте продолжительное время и сейчас находятся на исторических максимумах. И не значит ли эта коллаборация с Джимом Крамером, что их ждет коррекция? Учитывая, что одним фото в своих соцсетях Джим не ограничился, есть предпосылки, что это действительно двойная игра, в которой победителем выйдут только Хуанг и Крамер, разгрузившие свои акции в поверивших на хайпе в NVIDIA инвесторов. Подробно об этой идее и как ее зашортить я рассказал в своем телеграм-канале, ссылку на него вы найдете в описании под этим видео.